Да, друзья, это не утро. Это мы на Южном мосту. Это просто сколько сейчас время? 14 часов 19 минут. Вон там Дарницкий мост, Патона, Киев. Я всегда езжу по Дарницкому, ну вы видели. Это, думаю, ну тут был недалеко. Думаю, поеду. Видел, что тянучка, но не думал, что так долго и надолго. Так медленно и надолго. Так. Просто интересно, что впереди. Вот мы едем, 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 едем. Сейчас доедем и посмотрим. То ли авария, то ли, как обычно, в разгар рабочего дня ремонт дороги. Он, судя по тому, что правый ряд поехал быстрее, где-то уже близко это место, я так понимаю. Ремонтируют этот Южный мост просто, ну, то ли каждые полгода. Уже такое ощущение, я вообще стараюсь по нему не ездить, потому что здесь... Какая бы ни была погода, какое ни было время суток, ночью даже вот так можно ехать и не едет там в 11 часов. Какое-то такое место непонятное, неудачное. Сейчас посмотрим. Еду, поймал себя на мысли, копируют форму арок, которая была придумана на Чероки, на Гранд Чероки. Вот видите, и на Мерседесе. Немножко тоже есть напоминание формы и выпуклость. А новый RAV4 первый раз увидел на дороге вчера, да. И тоже форма арок тоже такая же напоминает грандовскую. Ну, джиповскую, в смысле, правильно сказать. Еще посмотрел тянучка, думаю, ну, вроде едет, не сильно длинная. Думаю, поеду. Поленился, надо было проехать там 2-3 километра, объехать до следующего моста. Ну, там не 2, ну 3-4, наверное, правильно сказать. Но неважно. Я всегда склоняюсь к тому, лучше ехать, чем стоять или ползти. Поленился поехать в объезд, думаю, быстрее будет. Не угадал. И пока не видно, где она заканчивается. Вот уже сейчас будет мост через Днепр заканчивается, пойдет уже просто эстакада над сушей. Давайте проанонсирую, чуть позже покажу вам Залупазл 2. Я его нашел чисто случайно, друзья попросили привезти диски, говорит, можем сами заехать забрать. Я говорю, вы сказали, что тут такое, то я бы еще быстрее приехал бы. Сейчас чуть позже увидите, вам понравится. Залупазл 2. Это шок просто. Полный креатив. Полного привода там, конечно, нет, но там и без него весело. В общем, увидите, вам понравится. Позвонил я хозяевам. Там телефон на нем прямо висит. Продавать они его не настроены, хотя мало ли что, может, что-то им предложим взамен, а этот заберем. Хотя и сделать такой несложно. Так, ну едем мы с какой-то скоростью, вот все, уже Днепр заканчивается, едем мы с какой-то скоростью километров, блин, 10 в час, наверное, средний. Может и медленнее. Средний ряд чуть-чуть быстрее едет. Причина пока непонятна. Ну вот этот стык, где соединяются два моста. Мост через Днепр с мостом, с эстакадой на суше. С той стороны из-за этого стыка тоже, кстати, вечером пробка.
Хотя сейчас нету. Но это причина не в этом. Вот промзона уже. И вот каждый раз вот в этом месте я вот не могу понять. Широкая дорога, три полосы. Нет светофоров. Дальше развязка без светофоров. То есть она расходится в три направления. Расходится где-то там через метров 700, наверное. Расходится... Что может быть? Ну, как обычно, наверное, классика, ремонт дороги. А может и нет. Сейчас увидим. Так, внимание. Что тут? Как-то начали перестраиваться, быстрее двигаться. И опять не едет. Ага, сужение. Да, ремонт дороги. Вот знак стоит слева. Блин, это жесть просто. Это жесть. Да, надо было в Google карты зайти и посмотреть. Просто мост. Мост делают в одно время через Днепр. Потом прошло несколько месяцев, решили начать. Неужели сразу нельзя это все? Так и живем как-то. Немножко. В принципе, во всем мире ремонтируют, да, ну как-то. Ну, у нас же это все длится. Годами, месяцами, тут я смотрю. Вот сейчас посмотрим, как ремонтируют. Смотрите, отгорожено, разметочка, все как в Европе. Все как в Европе. Ну-ну-ну, а дальше? Плавный заход. Плавный заход. Это же с трех полос в одну, наверное. Судя по столпотворению впереди. Сейчас даже интересно. Как сказал бы Бородач, уже высасываем сюжет из пальца. Да не, ну это всех касается. Сюжет-то, может, и высасываем. Но идиотизм это не отменяет, скажем так. Да, в одну полосу, блин, это жесть вообще. С трех, сначала с пяти в три, потом с трех в полторы. Нет, в одну все-таки. Полторы, видите, не помещаются две машины рядом. Но если очень медленно ехать, и машины небольшие. Ну, что-то делают, справедливости ради, скажем. Ну, можно было, конечно, две как-то. Чуть больше места. Вот такой идиотизм. Все, никого. Блин, что вам сказать? Так и живем. Ну, ничего. Это если бы только в этом проблемы. На стадион хочется, друзья, на стадион хочу. Сейчас буду Володьке писать письмо, есть у меня связь какая-то там виртуальная. Сейчас будем писать письмо, хочу на стадион, включим онлайн, если возьмут меня туда. Вот это будет онлайн, ну хотя шансов немного, конечно. Но было бы круто, ну я думаю и так хватит онлайна там по всем телеканалам. Посмотрим, что будет. Осталось, до побега сладкого осталось уже меньше 3 недель. Всем удачи, подписывайтесь, лайки, спасибо. До встречи. Залупазл 2 уже близко, я вам его покажу, буквально считанные часы остались.